Привет, вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео продолжение моего сериала «В тени меня». И что ж, давайте начинать. Бжж. Так, хорошо, я уже во все верю. Так, пожалуйста, можно ее убрать из дома? Хорошо, тогда полетели. Нам нужно с тобой очень много что обсудить. Что ты делаешь? Я сажусь на дракона. Садись. Я боюсь. Не бойся, это, наверное, как Пегас летает, наверное. А я сейчас упаду с дракона. Полетели. Доча, доченька. Дочек, где ты? О, слава богу, моей дочери нет. Это глупая пони общается с моей дочерью. Какая же она глупая! Что она задумала? Что она хочет сделать с моей дочерью? Какая она тупая, господи! Она не знает ничего обо мне, ничего. Она не знает, что я есть эта злая темная пони. У меня был дракон, был! Если бы его не убили! Это ужасно. Мне нужно найти их и попытаться уничтожить эту глупую спасительницу драконов. Она что, думает, спасет всех драконов? Да никогда! Я боюсь летать. Что ты так орешь на всю улицу, а? Я боюсь, Да успокойся ты, а! А если она следит за нами? Да как она может следить? Пойдем домой, моя мама там уже все приготовила. И попить, и покушать. Давай, пошли. Я не хочу тут находиться. Девочка, защищай нас. Что? Я сказала, отойди! Дочка? Мама? Что? Почему? Что? Вы оказались на темном видео? Да вы уничтожили моего дракона! Что это? Кто это? Девочка, это ты? Что? Что у вас за семейка такая, а? Ну-ка молчать! Ты пыталась всех драконов защищать. Да, но почему вы их уничтожаете? У вас даже дочка дракон, как бы. Так, хорошо, давайте все тихо, спокойно успокоимся, пожалуйста. Никогда в жизни я не успокоюсь. Да почему? Ну хорошо, вы, наверное, все знаете мою легенду. Да, знаем. Так вот, знаете, почему я стала убивать драконов? Почему? Да, мамочка, почему? Потому что я сначала пыталась найти себе дракона, но потом, как бы тебе сказать, ты у меня уже родилась, то есть я уже жила с тобой и пыталась до сих пор найти дракона. Я тебе просто не говорила, потому что я вообще маленькая была. И как бы это ни было печально, но я когда ходила, то мне кажется, что драконы как бы убили твоего отца, скорее всего. Что? Ну, по крайней мере, я помню,
что дракон стал уносить как бы твоего отца. Я ничем не могла помочь ему, то что я не хотела и дракона обижать, и его. Но потом, когда я узнала, что твой отец на самом деле жив, то не знаю почему, мне как-то стало такое ощущение, что драконы, они просто тупые, их надо уничтожать всех. Ну зачем, они же добрые. А ты вообще молчи. Ну, мама, давай мы не будем так уж и быть, так на драконов говорить. Они, в принципе, даже и хорошие существа. Так, все, мы поняли, драконы хорошие, с ними будем дружить. Так, теперь два вопроса. Почему? Во-первых, вы превращаетесь в драконов, и вы. Я не знаю, это как-то было... Я когда злилась очень сильно, то есть я стала превращаться в дракона, научилась. И я. А я не умею. Печалька. Но получается, это наши, так скажем, способности. Я, по крайней мере, еще аликорн. А я просто понял, который нет способности, но теперь у меня есть способность. Да, прикольная способность. Тебе повезло. Да, вам повезло. А я укротительница драконов. Ну что ж, просто обычная укротительница, просто обычных драконов. Ну ладно. Жалко, конечно, но ладно. Я думаю, теперь вы можете как бы вдвоем жить. И ладно, думаю, даже ничего не будет угрожать. Главная моя задача выполнена, больше нету никакой злодейки. Ну, так я не поняла, а есть ли еще одна ночная фурия, то есть такие, как вы? К сожалению, нет. Я знала, что под нашим домом живет фурия, и мне пришлось это сделать и уничтожить ее. Жалко. Ну ладно, я понимаю вас. Тогда я пойду, я все так же буду защищать мир от таких плохих. Ну ладно, до свидания. Пока. Мама, как интересно. Да, мне тоже было интересно узнать, что мы, оказывается, драконы. Ага. Это сон? Это был сон? Фуф, как я рад, что это был сон. А я ж испугалась. Доченька, доча, а? О, да, мам. Мама, мы не умеем превращаться в драконов. Что? Фуф, это был сон. Да, ты так крепко сегодня долго спала и что-то кричала во сне. Да? Правда? Да, да. Фуф. А, кстати, помнишь, я тебе обещала подарок? Да. Сейчас... Джесси. Пёсик, пёсик. Да, я решила купить тебе пёсика. Ой, мне ещё приснился такой бредовый сон, как будто у тебя ещё какая-то аллергия на собак. Нет, у меня на собак аллергии нет. У меня даже на кошек нет аллергии. Я тебе просто решила завести собаку, так как ты давно хотела какого-то такого сторожевого. Игрива. Ой, мама, у тебя хватило денег? Ну да, так скажем, у меня бизнес пошел вверх. У меня стало много покупателей, да. Как-то так. Круто, у меня теперь будет песик жить. Да. И как ее зовут? Джесси. Прикольно. Да, знаю, прикольно. И, кстати, я тебе потом еще кое-что приготовила, такой как небольшой сюрприз на, так скажем, майские каникулы. Интересно. Ну что ж, тогда скоро уже узнаешь его. И он будет связан и с Джесси. Да, с Джесси еще связан. Да. И с тобой, так скажем, ну, с нами всеми, всеми. Прикольно. Это хорошо, я уже рада. А тут такой какой-то бредовый сон приснился. Да потому что надо меньше всяких твоих мультиков перед сном смотреть. Точно. Но я не виновата.
Вот всякий бред смотришь, а потом все снится тебе. Да, точно. Если вам понравился этот мини-сериал, то ставьте лайки. Джесси, тихо. И подписывайтесь, Джесси, на наш канал. Всем пока.